не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Управление Федеральной службы безопасности ТУВы возглавил Александр Анатольевич Кувшинов, ранее работавший заместителем начальника управления по Тамбовской области. Сегодня он принял участие в работе антитеррористической комиссии, которую провел глава ТУВы Шалбан Караул. Сегодня с новым руководителем нашего управления ФСБ Александром Анатольевичем Кувшиновым и коллегами по антитеррористической комиссии обсудили вопросы безопасности и порядка в дни майских праздников, отметил в своем блоге Шалбан Караул. До ТУВы, слава богу, никогда не докатывалась угроза терактов. Уверен, что и на этот раз наши органы обеспечат высочайший уровень защиты нашего покоя. Но, как говорится, береженного Бог бережет. У ТУВы есть свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы не допустить ни малейшего раскачивания стабильности. Мы приграничная компания, и это налагает на нас особую ответственность за спокойствие в своем доме. В продолжение к теме. Глава ТУВы дал добро на назначение новых замминистров. Буян Хавалык, ранее работавший прокурором, стал первым заместителем министра юстиции. Аюнма Датпа утверждена на пост заместителя министра труда и социальной политики. Оба из республиканского кадрового резерва прошли конкурсный отбор. В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, чтобы укрепить противопожарную защиту населенных пунктов и объектов различных форм собственности ТУВы и для понижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения крупных природных или техногенных пожаров, правительство республики постановило, что с 10 апреля в регионе устанавливается особый противопожарный режим, а именно запретить пребывание граждан в лесах и выезд в них транспортных средств. В частности, въезд запрещается на Болгазанский, Барунхемчевский, Кайхемский, Кызыльский, Тандинский, Тысхемский, Тоджинский, Туранский, Чаданские и Шаганарские лесничества, за исключением должностных лиц, органов государственной власти, сотрудников специализированных учреждений и органов местного самоуправления, действующих в связи с исполнением должностных обязанностей, на добровольные пожарные дружины, лесопожарные формирования, осуществляющие рейды по охране лесов от пожара. Кроме того, вносятся запреты на разведение костров, сжигание сухой растительности, отходов и мусора в лесах, выжигание сухой травы. Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва. Для теплоэнергетиков Кызыла весна и лето по праву считаются жарким сезоном. Проведение ремонтной кампании и по подготовке тепловых сетей к очередному отопительному сезону. Наряду с подготовкой к гидравлическим испытаниям магистральных тепловых сетей города, в 2019 году специалистами АО «Кызыльская ТЭЦ» ведутся работы по замене изношенных внутриквартирных и разводящих сетей на новые. Это мероприятие включает в себя не только частичную или полную замену трубопроводов, но и восстановление и установку теплоизоляции, лотков, в которых располагаются теплонесущие сети, очистка тепловых камер, замена запорной арматуры. Сегодня аварийно-восстановительные работы проводятся на правом берегу и по улице Релейная, что в микрорайоне Энергетик. В них задействовано более 30 работников разного уровня. Всего до начала заморозков в текущие годы руководством ТЭЦ определены 20 объектов в городе, на которых будут проводиться аналогичные работы. Обновлению подлежит не менее 2 километров внутриквартирных и разводящих тепловых сетей. Министерство экономики Республики Тыва с 5 апреля по 7 мая объявляет прием заявок для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление государственной поддержки по субсидированию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания или развития либо модернизации производства товаров, оплаты процентов по кредитам, первого взноса при заключении договоров лизинга, поддержки социального предпринимательства, на организацию групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, затрат по договорам на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства. Для участия в конкурсном отборе нужно ознакомиться с положением, где определены список дополнительных документов, условия и порядок конкурсного отбора. Напоминается, что заявки на участие в вышеуказанных конкурсах будут рассматриваться комиссией. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляет многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории республики. И о курсах валют. Доллар на сегодня 64 рубля 73 копейки, евро 72 рубля 95 копеек. Магазин «Химтоп» – бытовые средства для чистоты вашей кухни. Все от антижира до универсальных чистящих средств. «Химтоп» – Аюна Курседи 103/2. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного.
Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Новые эпизоды в краже. В Кызыле сотрудниками полиции задержан местный житель, подозреваемый в совершении серии имущественных преступлений. В ходе расследования дела по краже около 50 тысяч рублей из офиса микрофинансовой организации полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению других краж. Так, 9 февраля в полицию Кызыла обратился 27-летний житель села Иитал с заявлением о том, что в ночь на 9 февраля неизвестные, разбив окно его машины, украли автомагнитолу. Следующее преступление совершено в ночь на 12 февраля. С заявлением о краже компьютерной техники в дежурную часть обратился представитель образовательной организации. Он сообщил, что неизвестные, разбив окно в кабинете, проникли в здание школы и похитили компьютерную технику. Сумма ущерба составила более 38 тысяч рублей. Аналогичное заявление было принято в полицию Кызыла от 36-летней работницы одной из организаций столицы о том, что в ночь на 13 февраля неизвестные, также разбив окно офиса, проникли и украли ноутбук стоимостью 62 тысячи рублей. Также 2 марта в дежурную часть обратился 58-летний кызылчанин с заявлением о краже аккумулятора с его автомобиля, припаркованного во дворе многоэтажного дома. Причиненный ущерб составил 6800 рублей. При проведении следственных действий фигурант дал признательные показания и пояснил, что украденное имущество продал. В настоящее время мужчина содержится в изоляторе временного содержания, и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Сегодня в Кызыле прошел региональный этап всероссийского конкурса «Колесо безопасности». На торжественном открытии мероприятия юных знатоков правил дорожного движения поздравили сотрудники госавтоинспекции, автошколы «Тува-Автотранс» и Министерства образования и науки республики. Молодцы, ребята! Сегодня здесь собрались самые лучшие из лучших. Вы самые лучшие, которые победили, победители и призеры на своих местах. Уважаемые педагоги, мы очень рады, что вы помогаете нашим детям, да, познавать вот эти правила дорожного движения. Первый этап конкурса – построение. Каждая из 20 команд должна сдать рапорт. Ребята, несмотря на прохладную погоду, подошли к вопросу сдачи рапорта с большим энтузиазмом. Командир Павлов Павел Ильич, товарищ главнокомандующий команды школы номер 1 села 47 Прокенского Кожуна, республиканский конкурс «Безопасное колесо». Готово! Руководитель команды Мистракова Олега Сергеевна, рапорт «За». Рапорт принят. Стай строй. Есть. Колесо безопасности в первую очередь проводится для профилактики правил дорожного движения, чтобы школьники с начальных классов учились, как правильно себя вести на дорогах, а дальше делились этими знаниями со своими сверстниками, отмечает начальник госавтоинспекции Тувы Андрей Светышев. Сегодня в очередной раз проводится ежегодный конкурс «Безопасное колесо», республиканский этап. Данный конкурс нацелен на привитие у детей навыков правильного поведения на дороге, безопасности поведения. И лучшая команда, которая займет сегодня первое место, будет принимать участие во всероссийском конкурсе в июне месяце в городе Казань. Данное движение ЮИД у нас в республике развивается с каждым годом, и все больше и больше появляется команд. Почти в каждой школе существует команда юных инспекторов движения. Их число уже составляет более 200, и численность детей, состоящих в этих командах, почти 3500. Павел Павлов, ученик 5 класса одной из сарексепских школ. Муниципальный этап конкурса он со своей командой выиграл, и они теперь уже в Кызыле проходят региональные. Но самым сложным, по словам школьника, оказалась теоретическая часть конкурса. Сложно было тогда, когда мы решали тесты по ПДД. Там некоторые вопросы странные, непонятные были. Потом, когда было фигурное вождение, это было достаточно легко. По итогам 6 этапов, а это теория ПДД, оказание первой медицинской помощи и другие, судейской коллегии будет выбрана команда-победитель, которая представит Тугу во всероссийском конкурсе «Колесо безопасности». К слову, в прошлом году республику представила команда лицея номер 15.
13 апреля в 15 часов в стенах Тувинского государственного университета вновь пройдет ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих, которая позволяет проверить уровень орфографической и пунктуационной грамотности. Как и в предыдущий раз, принять участие в нем можно будет двумя способами – онлайн, зарегистрировавшись на сайте totaldict.ru, или же лично, придя на одну из площадок проведения диктанта. Автором текста для диктанта в этом году станет писатель Павел Басинский. Диктант будет состоять из четырех фрагментов, а не из трех, как это было раньше. Четвертую часть текста диктанта организаторы решили сделать для американских континентов. Начало регистрации в 14:00. При себе нужно иметь паспорт. Завершен месячник по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кызыльском районе. В феврале-марте в Кызыльском районе был организован месячник по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во время мероприятий для врачей, работающих в районе, были проведены обучающие семинары, на которых они были ознакомлены с новыми требованиями к обследованию и лечению БСК, различными нововведениями и рекомендациями, а также другие мероприятия. В лечении таких больных крайне важным является профилактика и правильное ведение больного. Если больной придерживается всех предпринимателей, описание врача, риск развития инсульта и инфаркта миокарда минимизируется. Поэтому главная задача амбулаторного этапа – добиться грамотного ведения пациента на этапе поликлиники с тем, чтобы он потом не попал в больницу с опасными осложнениями заболеваний. Привычным звеном в оказании медицинской помощи больным с БСК являются фельдшерско-акушерские пункты. От того, насколько грамотно работают сельские фельдшеры, зависит во многом и уровень медицины в регионе и в целом. Пробелы в знаниях чреваты в недополучении населением квалифицированных медицинской помощи. Медицинские работники должны постоянно совершенствовать свои знания, поэтому выявление уровня знаний медиков, занятых оказанием помощи больным с БСК, их дальнейшего стимулирования ко владению новыми знаниями является одной из главных задач. Совсем недавно состоялось открытие нового магазина «Горо» по адресу Республика Хакасия, город Абакан, улица Некрасова, 45. Неудивительно, ведь компания «Горо» работает на рынке инструменты и оборудования с 1992 года и является дилером официальных представителей мировых торговых марок. У нас магазин открылся месяц назад, и у нас большой ассортимент автосервисного и гаражного оборудования. Также в магазине представлен большой ассортимент компрессорного, подъемного, моечного, сварочного и диагностического оборудования. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты подкачки шин, груза, заплатки и пластыря. Вы всегда сможете выбрать подходящий товар, а при возникновении вопросов получить профессиональную консультацию. В ГАРО есть все. ГАРО. Некрасова, 45. Телефон 32 22 15. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные». Займы до зарплаты. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 12-17 метров. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью от минус 2 до минус 4. Днем от плюс 11 до плюс 13 градусов.